Экспо привлекает Казахстану вниманием всего мира. Выставку освещают популярные зарубежные издания. Подчеркивая важность темы «Энергия будущего», они отмечают, что она тесно связана с работой многих международных организаций в области энергетики, продовольственной безопасности, устойчивого развития и изменения климата. О том, что пишет иностранная пресса об Экспо в Астане, расскажут наши международные обозреватели. Господство ископаемого топлива заканчивается, а будущее за экологически чистыми источниками энергии. И это будущее наступит гораздо быстрее, чем прогнозировали аналитики. Доказательства – последние ноу-хау в области зеленой энергетики, представленные на Экспо-2017. Об этом пишет сайт китайского новостного телеканала CGTN, который вещает в более чем 70 странах мира. Зависимость человечества от ископаемого топлива убивает планету. Однако хрустальный шар Экспо-2017 дает надежду, что Земля будет жить. Издание также упоминает о зеленой модернизации Казахстана, отмечая, что к 2050 году наша страна, имея огромные запасы углеводородного сырья, намерена довести долю возобновляемых источников энергии до 50%. Между тем, иностранные гости делятся впечатлениями об Экспо. Внимание туристов на улицах Астаны привлекли желтые велосипеды. Они принадлежат китайской компании Ofo. Как отмечает новостной сайт ECNS, для их использования не надо искать станции проката в парках, достаточно разблокировать велосипед через специальное мобильное приложение. В Астане размещены уже 1000 таких велосипедов. Их можно найти на главных улицах, ведущих к выставке. Репортаж об Экспо-2017 сделала и ведущая британская вещательная корпорация BBC. В материале отмечается, что в Астане представлены лучшие мировые практики, новые разработки и достижения в области использования возобновляемых источников энергии. Жадраджайзна, Асем Хасен, Хабар 24.